после такой реакции, скажем так, со стороны городских властей, когда они опять начали проявлять сегрегацию, красные, белые, не знаю, почему это произошло, мы вынуждены были создать штаб на базе горкома КПРФ и начать как-то тоже взаимодействовать, ну, с разными людьми, общественными организациями по оказанию гуманитарной помощи. Конечно, возможности у нас несравнимы с государственными, но что-то мы тоже пытались сделать, как бы продолжаем это делать.